Эти знаки зодиака будут под защитой Бога в 2024 году. 2024 год может быть непростым для каждого из нас. Мы можем столкнуться с серьезными испытаниями в этот период. Астрологи уверены, что представители 4 зодиакальных созвездий смогут справиться с любыми трудностями благодаря поддержке высших сил. Так давайте узнаем, кто эти представители зодиакального круга. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться еще на мой канал. И да, в моем телеграме вы узнаете свое будущее. А мы начинаем. Первый знак Телец. Тельцам покровительство высших сил необходимо для решения всех проблем в 2024 году. Второй знак Рак. В 2024 году раки почувствуют духовную поддержку и силы на реализацию своих планов. Третий знак Стрелец. Четвертый знак Водолей.